Видання «Бізнес інсайдер» написало про те, що зараз все важче і важче Росії захистити Кримський міст від дронів. Ось ця атака, яка була 17 липня, який головний її наслідок, Романе Григоровичу? Ну, это если в качестве сарказма или шутки, в годовщину назначения председателем службы безопасности Украины Малюка, а сегодня как раз его годовщина, я думаю, это его подчиненные ему такой подарок преподнесли. Ребята очень хорошо отработали. Отработали в паре с военно-морским флотом Нейшпапы. Это тот тандем, который у них сложился уже давно, еще с прошлого года, с атаки по Севастопольской бухте в прошлом году такими же беспилотниками глиссирующими. Была атакована Севастопольская бухта, тогда взяли на себя ответственность как раз службы безопасности и наш ВМФ. Я думаю, исходя из тех фотографий и видео, которые есть, это такие же самые удары таких же самых беспилотников. Потому, скорее всего, это отработало СБУ Малюка вместе с ВМФ Нейшпапа уже под руководством генерала Залужного. То есть создали вот такой подарок, как минимум, Малюку. Ну и, конечно, очень большой подарок украинскому войску и украинскому народу. Удар по Крымскому мосту – это давно ожидаемое событие. С него надо начинать было освобождение Крыма. Можно сказать, что это такая веха, после которой уже пойдет отсчет движения наших войск по освобождению наших территорий. Романе Григоровичу, там же автомобильна ось ця гілка, так, на цьому Керченському мосту, і залізнична. Залізнична, вона не пошкоджена. Стосовно логістики, доправлення, так, адже ворог перекидає якраз залізницею основні комплекти до Криму, а потім які йдуть для підсилення російського угруповання, зокрема, і на півдні. Наскільки от те, що відбулося 17 липня, воно погіршить логістику? Ну, оно однозначно ухудшит любое передвижение. Почему? Потому что ухудшается не только военная логистика, а где-то половина грузов шло как раз по автомобильным маршрутам, а половина шла по ЖД. Грузы разные, потому они сразу грузятся либо на платформы, если есть возможность сгрузить, а те грузы, которые нет возможности сгрузить, они сразу грузятся на фуры и автомобильным транспортом переправляются. Так вот, уничтожение даже одной ветки суживает, делает таким узким горлышком в переброску не только ж военной техники, а еще и гражданских лиц, которые создают пробки, причем по всему Крыму и на выезд из Крыма в том числе. То есть на выездах теперь большинство россиян, которые незаконно присутствуют на украинской территории в Крыму, им придется двигаться, и двигаться они будут через уже северные коридоры, через Армянск, ну, через Перекоп, через Чангар, через Арабатскую стрелку, а там будет также пересекаться с движением военных грузов. То есть они создали внутреннюю пробку, причем и на Крымском мосту, и на выезде из Крыма, или на въезде с Крыма через эти три перехода. Я думаю, как минимум процентов на 15-20 упадет сейчас поток военных грузов, который шел через Крым. Его начнут перебрасывать через сухопутный коридор, что тоже создаст проблемы по сухопутному коридору, потому что трафик, он также пересечется с гражданским населением. То есть они все будут себе мешать, друг другу мешать. А вот если, допустим, какая-то из служб еще решит преподнести подарок своему начальнику и, допустим, отминусует Таганрогский мост или добьет, в конце концов, Чангарский мост. Это примерно не одинаково, только через Таганрогский мост идет две трети военной амуниции. И вот если его уничтожить, то там начнется столпотворение. Они просто не смогут возить боевую технику и боеприпасы. Они столкнутся с большими потоками гражданских лиц, причем с взаимопересекающимися потоками, а это создаст, ну, уровень большой пробки
тысячекилометровой. То есть, если правильно подойти к ударам по мостам, по Чангарскому и Таганрогскому, то мы создадим коллапс в движении и россиян, которые незаконно присутствуют на украинской территории, и военных грузов. Про російські безпілотники ще хочу з вами цю тему зачепити. Роспропаганда зробила матеріал, в якому повідомила про те, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну росіянам вдалося наростити виробництво дронів камікадзе «Ланцет» у 50 разів. Чи наскільки коректні, по-перше, ці цифри? По-друге, у чому небезпека саме цих дронів? І як Україна може протидіяти таким системам? Ланцети – це дрони, которые сделаны из израильского дрона Hero 400EC. Посмотрите в интернете, сравните Hero 400EC и Lancet. Это одинаковая система управления, и, скорее всего, комплектующие тоже изначально израильские. Сейчас надо разбираться, кто поставляет комплектующие для этих дронов. Но россияне, израильтяне построили в свое время, по-моему, в 2012 году построили завод россиянам для производства форпоста, это беспилотник разведывательный, и на этой базе там россияне развились, ну уж точно не без участия израильтян дальше. А вот после выхода Hero 400EC у россиян появился Ланцет, вот такой же самый. Потому есть у них возможность наращивать производство. Тем более сам по себе беспилотник, он в принципе не сильно сложные, сложные системы управления, то есть элементная база, которой у россиян нет, они не могут ее производить. Значит, им ее кто-то поставляет. А вот кто поставляет? Израиль, Китай, Иран или еще кто-то? А там должны заняться контрразведка, разведка и в конце концов вытащить на божий свет этих товарищей, которые помогают россиянам производить ланцеты в том числе. Ланцет довольно-таки неплохой беспилотник камикадзе, который выполняет боевые задачи на глубине до 40 километров. Он может висеть больше часа в воздухе и под прямым управлением. То есть довольно-таки неплохая система. И если там есть возможность, допустим, как-то перерезать цепочки поставки комплектующих, надо однозначно это делать. Ну, это вопрос, конечно, к нашей разведке и к разведке наших партнеров. До речі, в цьому контексті стосовно виробництва іранських шахедів. У них ще минулого року розгорнутий матеріал, до речі, робили американські ЗМІ, де вказували, скільки комплектуючих, що стосується електроніки, ну, належить закордонним компаніям. Деякі з них навіть були американськими, європейськими. От до цієї теми ми знову повертаємося, тому що сьогодні в телеграм-каналах шириться світлина дрона, шахеда, який атакував Миколаїв. Ось там такий напис на частині, мовляв, зроблено в Ірландії. Знову ми повертаємося до цієї теми. Чи можливо якось перекрити, чи є якісь механізми для того, щоб перекрити постачання цих мікросхем для виробництва шахедів в Ірані? Ну, дело в том, что сделано в Ирландии, это ж не факт, что она там действительно сделана, она может быть сделана где угодно, а надпись произведена. Угу. Допустим, сделана в Китае, но китайские фирмы... Это могло быть фейком. Конечно, это, кстати, я даже уверен чуть ли не на 100%, что это именно так специально и делается, для того, чтобы кинуть определенный кирпич раздрая в наше общее дело. Это может быть, это не обязательно, то есть я не утверждаю, что это именно так, но это может быть, потому что китайцы могут любой логотип налепить, какой закажете, хоть даже сделано на Марсе или на Луне, потому в этом как раз не вопрос.